moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Прошло всего лишь два дня с тех пор, как был сыгран последний тур в первой части чемпионата Молдовы по футболу. И пока большинство команд уже отдыхают, Костулень совершил первое приобретение в этом межсезоне. Защитную линию команды усилил бывший игрок португальского Порту. Первый шаг в этом межсезоне направленный на улучшение позиции унгенской команды в турнирной таблице. Но это не единственный сюрприз, который готовит руководство Костулень во время длительного трехмесячного перерыва. Но и демократы приготовили пентру următoarea etapă a acestui campionat, deoarece suntem pe ultimul loc și nu avem dreptul să ne relaxăm nicio zi. Avem și în probe, avem în discuții și alți jucători care trebuie să vină tot la semnat și ne dorim foarte mult să-i aducem pe cei care într-adevăr ne vor ajuta. Мы работаем очень здраво по селекции тима. Работаем, и я думаю, что еще 4-5 игроки будут подписываться с нашей командой. Отпуск Костулень продлится до 19 декабря. Клуб вольется в трудовые будни раньше всех остальных команд, по крайней мере, с тех, кто объявил дату выхода из отпуска. Большинство других клубов отдыхают на 3 недели больше. А вот болгарский специалист Велизар Попов объявил, что пока команда на последнем месте, с праздниками придется повременить. И подготовка ко второй части чемпионата пройдет в очень жестком режиме. 19 декабря всех нужно начинать самостоятельная программа для каждого дня. Потому что на 3 января, когда начинается подготовка, всех сделают физический тест, и эти игроки, которые не сделают, не будут больше команды. На 4 января выехали для Анталии на первый сбор, там будем 20 дней, потом возвращаемся здесь для 1 недели, потом еще один сбор в Анталии. Сейчас работаем по товарищеской игре, которые будем играть в Анталии. Я хочу только хорошей команды. Более требовательная селекционная работа, жесткий график подготовки, 2 сбора за пределами страны плюс новый менталитет, который главный тренер прививает каждому игроку в отдельности, должны принести свои плоды. И хоть пришлось немножко опустить планку, поставленную в самом начале чемпионата, руководство клуба не переживает из-за того, что весеннюю борьбу команда начинает на позиции аутсайдера национальной дивизии. Sunt mulțumit de prestația echipei, mulțumit de prestația antrenorului, toate că rezultatele nu sunt aceleași care ne dorim cu toții. Mai avem încă multe lucruri în acest sens, dar eu, sincer, la sfârșitul acest campionat, mai jos de locul 8, nu văd echipa. Несмотря на то, что Попову пришлось столкнуться с неожиданными для себя проблемами и задача сделать из Костуленя опасного соперника для остальных команд молдавского первенства затянулась, болгарин не жалеет, что предпочел Молдову другим чемпионатам и теперь еще больше, чем раньше, намерен сотворить маленькое чудо с унгенской командой. Я не сожалею, напротив, я доволен, потому что моя работа уже видна. Сейчас, когда мы усилимся с лучшими игроками, и когда сделаем хорошую подготовку, очень много команд и второй отдел чемпионата будет проблем играть в Суфле. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbalul autohton, pe primul site de fotbal din Moldova.